За час до того, как армия Башара Асада и оппозиционные группировки перестали стрелять друг в друга, Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку перемирия. Авторы документа – Россия и США, выступившие на этой неделе совместным заявлением о его условиях. Этот документ и принятая резолюция, с автором которой стала Россия, должны выполняться неукоснительно и без предварительных условий. Любые действия, способные привести к срыву политпроцесса путем выдвижения предварительных условий, должны пресекаться. Одновременно должны прекратиться пагубная практика внешней поддержки вооруженных формирований. В стенах этого совета мы постоянно повторяем, что кризис не может быть разрешен только силой, что необходимо политическое решение. Сегодня у нас есть шанс. Если мы сможем добиться того, чтобы режим прекращения боевых действий соблюдался, мы сделаем важный шаг в направлении политического урегулирования.